глаза. Все та же трещина небес в стекле окна. Смотрю я, значит, недавно видео, где Гончарук собрал Кабмин журналистов и рассказывает нам о проекте государственного бюджета на 2020 год. Скука, конечно, смертная, никому не советую это смотреть, но доходит дело до нашего любимого министерства, до Министерства внутренних дел. И слово держит наш любимый, уважаемый Антон Геращенко. Заступник министра внутренних справ Антон Геращенко. На 2020 рік в бюджеті передбачено збільшення фінансування безпеки на 12,4%. Бюджет буде взагалі 93 мільярди гривень. В цілому ми доб'ємося разом підвищення заробітних плат, які так необхідні для того, щоб заохочувати, щоб гарні люди, хороші люди, професійні люди йшли на роботу в структури Міністерства внутрішніх справ. Буде підвищення заробітна платня Національної поліції на 10%. Ну і все, і поки мене далі не хватило, тому що в голові одразу зазвучало одне страшне-пристрашне слово. Сука! На 10%, говорит, повысим мы заработную плату сотрудникам Национальной полиции. И это, по мнению Геращенко, даст возможность, чтобы туда пришли нормальные профессиональные люди. Но мы-то с вами понимаем, что нормальные профессиональные люди уже больше не пойдут вот в эту национальную полицию. Потому что нормальные люди полностью осознали, что из себя это представляет. А пойдут туда вот эти все вот Громы, Лукаши, там, Ковадлы и же с ними. Слушай, снимай. Уважаемый. Да, я уважаю. Вы нарушаете правила дорожного движения, пункт 4.2, раздел 33. Да. Камеру уберите. Почему? Кто он такой? Потому что. Кто он сказал такой? Камеру. Ну что, слышны? Камеру уберите. Хорошо. Подожди. Так. Задержите. Что вы меня взяли за руку? Где написано, что мне нельзя? Тебе можно телефоном махать? Можно? Где можно телефон? Патрульный, да? Можно? Руки, чувак, раз... я сейчас... Вы на службе, успокойтесь, я вам ничего не сделал. И вот именно вот этим вот всем беспредельщикам поднимут зарплату на 10%.